Итак, друзья, сегодняшний рассказ у нас о рыбалке. Видите, сколько там лодок с этим кораблем, да, белым пограничным стоит. И все рыбку ловят. А сейчас покажу вам то, что на берегу на пирсе делается. Тоже рыбачки пришли. Дождик моросит маленький, но на рыбачки пришли порыбачить. Попробуем сейчас их поймать. Объектив. Вот они. Попались. Рыбку ловят. Не на одном пирсе, на другом тоже. И на другом, вот я посмотрю. А вот на другом пирсе ловят тоже рыбку. То есть, значит, скоро будет хорошая рыбалка.